Председатель Совета дома расписывается в акте приема выполненных работ. Все сделано качественно и добротно. В подъездах дома по улице Новосадовой, 25, сегодня в очередной раз провели дезинфекцию. Согласно постановлению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, контроль за дезинфекцией в жилом фонде усилен, и подпись представителей дома обязательно. Глава Самары Елена Лапушкина поручила руководству внутригородских районов следить за исполнением требований. Надежная защита. На самом деле делают у нас обработку каждый день. Делают ребята, приходят в костюмах, подписывают каждый представитель подъезда. Эти графики мы все видим, подписи все видим. На обслуживании этой управляющей компании 42 дома в Октябрьском и железнодорожном районах Самары. Дезинфекцию проводят ежедневно, опрыскивают и протирают перила, почтовые ящики, поручни, дверные ручки, кнопки в лифте и на домофоне. Используют специальный хлорсодержащий раствор, одобренный Роспотребнадзором. Хлоросодержащие таблетки, которые мы закупаем, они есть разные, с запахом и без запаха. Кто какие просит из жильцов, такие и добавляем. Трое сотрудников обрабатывают все эти дома. Как вы могли видеть, на подъезд уходит около 5 минут. То есть все 42 дома за день к 15 часам обработаны. Желанием жильцов управляющая организация идет навстречу. Хлор, он как бы имеет свои последствия для дыхательной системы, но дезинфекция сейчас необходима, поэтому мы терпим. С 30 марта проводится и регулярная дезинфекция улично-дорожной сети, парков, скверов, набережной и остановок общественного транспорта. В респираторах и костюмах химзащиты дорожные рабочие каждый день выходят на борьбу с вирусом. В общей сложности каждая улица подверглась дезинфекции не менее 3 раз. Обрабатываем дорогу специализированным шампунем ежедневно, а остановки обрабатываем разрешенными средствами хлорамид Б либо гипохлорид натрия. День работает в предприятии на обработке 14 машин для обработки улично-дорожной сети и в каждом районе по 1 единице техники для остановок общественного транспорта. Автопоезд проезжает перекресток, направляя потоки воды со специальным шампунем и хлорсодержащими средствами, так, чтобы промыть и продезинфицировать территорию даже под припаркованными автомобилями. Перед этим и после по возможности запускают дорожные пылесосы. Причем дезинфицируют не только дороги с твердым покрытием, но и 5-й категории в частном секторе. По мнению жителей Самары, водные процедуры городу идут на пользу. Это же очень хорошо, что в нашем городе Самара есть такие учреждения, где добросовестно относятся к своим обязательствам и убирают наш прекрасный город, дезинфицируют в связи с нашей эпидемией. Это правильно. Нужно ухаживать за нашим городом. А дезинфекция вот время насколько необходима? Ну, конечно, необходима. Она всегда необходима. Даже не конкретно в это время, она всегда необходима, потому что болезни у нас разные имеются, да, и в любом случае нужно дезинфицировать наш город, чтобы люди как бы дышали свежим воздухом. Дефицита препаратов для мойки и дезинфекции нет. Контракты на поставку муниципальные предприятия заключили. Кроме того, проводить дезинфекцию городу помогают армия и МЧС. Олег Зверев, Николай Сидоров, Константин Головин. События.